Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы поиграем на моем сервере Кристалликсе на аркадах. Новый режим вышел вот буквально 13 минут назад. Ну ладно, не 13, он там задержался, будем честны. Вот он только вышел буквально 2 минуты назад. Full Escape. В общем-то, мне очень нравилась эта игра в Роблоксе. Я очень долго просил, говорил, чуваки, давайте сделаем. Похожая штука у нас уже как-то была, но она была частью игры Кальмара, когда игра Кальмара хайповая. Там нужно было по лестницам подниматься. Те, кто меня давно смотрит, наверное, знаете. Если знаете, напишите в чатик, что вы знаете, смотрели эти видосы, да. То есть, как бы, респект вам сразу же от меня. Я вам ставлю лайк за это. Вот, ну, то, что вы тогда смотрели, сейчас смотрите, а уже много времени прошло. Здорово, спасибо, чуваки. Вот. И я подумал, что было бы круто сделать это отдельной игрой, как в Роблоксе был Flood Escape. Поэтому я долго уламывал чуваков с аркад, и они это сделали. Вот здесь, наверное, будет NPC-шник, вот это, да? Заходим. В чем суть режима? Здесь нам нужно подняться на самый верх, пока нас не затопила вода. При этом нужно нажимать на кнопки, всякое такое. Вот видите, прорываемся, и тут нам сразу же говорят, вот нажмите направо на кнопку. Поэтому мы бежим, бежим нажимать на кнопку. Тут чел куда-то тоже бежит нажимать на кнопку. Если мы на нее не нажмем, то все, кто пошли вперед, вон туда, они, соответственно, не пройдут, потому что дверь не откроется. Видите, там сейчас дверь открылась, а нам еще нужно возвращаться. И тут вода уже близко. Вода уже близко, но мы с вами не расстраиваемся. Сейчас будет вода затапливать. Нет, уже вода здесь. Так, надеюсь. Пока я здесь, ребята нажимают на кнопку. А ребята, конечно же, никто не побежал нажимать на кнопку, да? Ой, нажали. Нажали на кнопку. Респектик. Вот смотрите, такая стрелочка направо показывает нам. И, к сожалению, заканчивается у меня прыгучесть. Ё-моё, как не вовремя прыгучесть закончилась. Давайте вот так вот оббежим без прыгучести уже. О, и к выходу. Эта карта была простая, походу. Хотя нет, это еще не конец карты. Бежим дальше. Вода уже близко. Посмотрите, как прикольно мы сделали затапливаемость. И все. В эту карту мы прошли за 50 секунд. Здесь будет очень много различных карт. Пока что мы сделали 9 карт. Каждая из которых проходит там примерно за 2-3 минуты. Но мы сделаем одну длинную карту на 10 минут прохождения, какую-нибудь хардкорную, сложную. Для таких, для любителей хардкора тоже будут сложные карты. Но пока что такие, почему поражение? А, потому что я не первое место занял, да? То есть первый чел за 33 секунды вообще пробежал. Но ему нажали на кнопку, он просто стоял у выхода, понимаете? Он просто стоял у выхода. Так любой дурак может. Короче, давайте, Flood Escape. Так, ну что ж, новая карта. Нифига, это какая-то огненная. Здесь нужно бежать направо, вы посмотрите, там на кнопку нажимать. А здесь сразу выход. Ну там вот есть кто-нибудь кнопочку нажмет. В этот раз я буду таким, знаете, тем челом, который рассчитывает на других, да. Так, опа. Опа. А сам... Ой-ой-ой-ой-ой. А сам падает вниз, сейчас будет сосать жестко. Но нет. Поднимайся. И здесь-то уже не вода поднимается, а поднимается-то у нас с вами лава, дорогие друзья. Это, конечно, проблемка. Еще больше проблемка, что здесь эти чуваки стоят перед экраном и нифига не видно. Так, здесь нужно люки открыть. Я думаю, тут туда люки позакрывал. Какая-то жопа, чтобы мы не прошли. Да так, сразу же здесь уже можно подняться наверх. Причем лавовая карта, насколько я знаю, вот эта вот она, если честно, сложная, насколько мне известно. Так, чел ждет уже у выхода, потому что он думает, что кто-то нажмет ему на кнопку, правильно? Ну, давайте я скажу, нажму на кнопку. Кто, если не я? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, видимо, не я! Вот, смотрите, стоит и ждет такой, нажмите для меня на кнопочку. Но никто не нажмет, чел, ты прошел первый. И должен был идти нажимать сам на кнопку. А в итоге ты не нажал, и мы все пососали. Потому что нужно быть не жадным, кто пытается быстрее пройти, а нужно нажимать на кнопку. Вот в чем суть, понимаете? Видите, чел пожадничал, подумал, что тут за него это сделает, и по итогу тоже погиб. Поэтому вы делайте выводы сами. Лучше бежать и нажимать на кнопку. Так, эта игра уже заполнена. Да, видите, только игру. Только подняли сервера, нужно ждать. О, все, закинула. И на этой карте, кажется, я еще не играл. Прикольно, три катки и три разные карты. Это круто. Три. Хотя, может быть, на первой карте была такая, такой же лобби, я просто его не помню, соответственно. О, да, на этой карте мы еще не играли. Можно нажать на кнопку, но я, как говорил, сегодня буду крысюком, поэтому бегу сразу же к выходу. Так, сюда. И вот так вот. Опа, чуваки, спасибо, что открыли мне дверь. Спасибо, как говорится. Спасибо, ребятушки. Я хочу быть первым в этом видосе хотя бы один раз, поэтому я буду тем самым крысюком. Ну, потому что это легкая карта. Я знаю, что это легкая карта. И я первый, получается, прохожу или что? Ой-ой-ой-ой, где это я? Ой-ой-ой-ой-ой, я спиной шел. Я первый прошел. Я дурак, я просто не прыгнул, вы понимаете? Я был бы первый, просто спиной шел. Боже мой! Как можно быть таким, как я, дураком? Я так все идеально спланировал, знаете, что я сейчас первый приду, быстренько забегу, да? И в итоге там была ловушка, представьте, там была ловушка, последний прыжок, это ловушка, я даже не ожидал. Короче, вывод из этого можно сделать такой, ребятки, никогда, запомните, никогда не ходите спиной. Вот, знаете, в Майнкрафте есть несколько правил. Первое, не копай под себя в шахте, а второе, не ходи спиной.
Так, опять эта карта. Сейчас, знаете, попробуем повторить эту попыточку. Так, вперед. Тут. Хоп. Оп. Отлично. Отлично, демастер. Это вот скилл. Это я понимаю. Это сила, это скилл. Да, в следующих катках будем уже, ну, на кнопки стараться нажимать первыми. В целом, это понятно почему. Просто я хочется пройти первому эту карту. Пацаны, давайте, откройте мне дверь. Открыли дверь. Отлично. Я первый. Да. Отлично. Нравится быть первым. Хвалите меня. И тут вода уже поднимается. И просто чуваки тонут в ней. Ну, можно еще всплыть. Давай, чел, всплывай. Ах, не успевает на дом. Смотрите, ждет. Рано прыгнул. Ты мог по воде же подняться. Он мог реально... А, он хочет через низ заплыть сюда. Нифига, и сразу к победе. Первое место. Демастер, победа. Отлично. Потерялась там девочка, потерялась немножечко. Блин, офигенный режим, если честно. Я думаю, он сдохнет через 2 недели или через 3. На нем будет мало онлайна, будут так чуваки-стримеры собираться играть. Но я честно вам скажу, я хотел, чтобы он был на кристалликсе и он здесь. Потому что я считаю, что иногда побегать в такой вот режимчик, понажимать кнопочки, там, не знаю, попаркурить, это прикольно. То есть, как бы здесь не просто паркур, здесь паркур такой на выживание. Видите, я честно, благородно нажал кнопку для своей команды. Команды, которая, скажем так, типа, соревнуюсь. Да, ну, пофиг. Ну, я вообще, на самом деле, пофиг, кто там первый, второй, кто третий приходит. Главное, что я помог и нажал кнопку. Сейчас нужно тоже это сделать. И, ой-ой-ой, замедлило жестко, прям нереально. Ой-ой-ой, допрыгнул. А что, когда замедление кончится? Замедление прошло. Можно прыгать сюда. И я иду на кнопку, понимаете? На кнопку, потому что моим ребяткам нужна помощь. Нажимаю на нее. И теперь возвращаемся обратно. Оп-оп-оп. А тем временем-то, смотрите, уже водичка-то подступает. Я что, нажал на кнопку и еще буду первым? Не, я не буду первым, скорее всего. Тут еще нужно будет кнопку нажимать. А время-то уже поджимает. Ой-ой-ой, ни черта не видно. Ну ладно, я сделаю прыжок вперед. Это была ошибка. Я упал, я утонул. Нет. Сплыть. Боже, на этих коврах, походу, какой-то дебаф. На ковры нельзя вставать. Ну теперь буду знать. Причем это уже был почти что конец. Ребятушки, вы посмотрите, да, там, хотя нет, это была длинная карта, достаточно прикольная. Фух, ладно, давайте еще сыграем, еще прикольный режимчик, мне прям нравится. Мне нравится Food Escape, крутая темка, еще такая иконка у него смешная, смотрите, такой типа блок воды и голова. Все, ждем и других игроков. Все, сразу же игра началась, но почему-то игра забаговалась. И началась она у нас в 4 человека, а я еще и не пошел нажимать на кнопку. А, я замедление на 5 сек получил. Короче, вообще на Soul Sand желательно не вставать. А на кнопку у нас никто не нажал, поэтому если чел не нажмет на кнопку, то мы проиграем, правильно? Чел, давай, ты справишься, жми на кнопку, мужик, мы же все умрем. Мы все умрем, мужик, нажми на кнопку, пожалуйста. Нет, мужик, нажми на кнопку, там желтая такая кнопочка, нажми на нее, бро. Спасибо, ценой своей жизни, я теперь тоже обязан нажать на кнопку, потому что если не я, то кто, если, а, ну вот этот чел, может быть, да. Ой, замедление на 5 секунд, спасибо. Спасибо. Так, получаем бафчик, получаем прыгучесть. Теперь вот так вот, оп. Залагало. Может, мне получится во влагах пролететь? Да, я пролетел в влагах, лол. А куда дальше-то? Куда дальше? Я не могу понять. Вот сюда, на гору? Это вода... Эх, почти. Хотя нет, погоди, не на гору. Нужно было вообще вот сюда идти. Чего это? Куда? А, это вообще в другую сторону нужно было. Ё-моё. Запутался, ребятки, запутался. Режим пока, ну, когда не знаешь карты, конечно, сложно. В этом-то и прикол, то, что ты бежишь туда, а там, оказывается, еще в другую сторону. Вроде бы стрелка показывает, куда тебе идти, и все равно ты, короче, ну, прикольно сделан, прикольный режим. Я говорю, поэтому мне этот режим и нравится, что он такой, типа, драйвовый. Нужно бежать, нажимать, нужно иногда надеяться на других, а иногда вообще никому не верить. Так, тут я нажму на кнопку, ребятки, не ссыте, так уж и быть. Помогу вам сегодня. Нажав на эту кнопочку, вот так вот. Чемпион помогает своим этим детишкам. Так, там чуваки в лаву упали, я слышу, помирают уже. Ну, а мы здесь проходим сюда, вот так вот. Опа, ой, там уже лава, походу. Ой-ой-ой, нет. Это из-за того, что пролаг был, я уверен, из-за пролага, все. Ой-ой-ой, пока лагает, нужно лететь. Ой, откинуло, все, не, ну, чуваки, вот такая вот, короче, игра. Ой-ой-ой, это вообще какая-то мощная карта была, прям нереально, посмотрите, она гигантская. И только здесь в конце выход был, ё-моё, никто не смог пройти, ну тут пролагало на самом деле. Если бы не пролагало, думаю, мы прошли бы легко. Я только сейчас заметил, что слева сверху пишется, желтый путь идет от кнопки, чтобы открыть дверь, зеленый к выходу. Так, ну погнали, желтый, хотя тут нажмут желтую, я вижу там какой-то прям жесткий чел бежал быстрее меня, наверное, нажмет. Наверное. Ой, тут главное на Soul Sand встать. А, все равно встал. Почему? Кстати. Почему все равно меня задело? Он, видимо, в каком-то радиусе немного тебя задевает. Так, ну все, погнали. Кнопку нажмем в этот раз. Я уж первый, знаете, вот сюда. Вот если ты первую дверь прошел, первый не нажимал на кнопку, значит, ты должен идти и нажимать на кнопку, потому что ты самый первый.
все остальные, они типа это, они, ну, они за тобой, и они бегут с прошлой кнопки. Типа, ты должен отдать дань уважения тому, кто нажал кнопку перед тобой. Вот я сейчас так сделал, и я считаю, что я молодец. Так, ну теперь я на кнопку уже не побегу, потому что здесь я уже, ага. Тут за меня он чел побежит на кнопку, а я тем временем постараюсь спастись от воды, которая уже будет сейчас наступать мне на пятки. А где стрелка, кстати, к выходу, мне вот интересно. Ага, вот и стрелка к выходу, да? Окей, сейчас мы до выхода постараемся добраться. Постараемся добраться до выхода. Но, к сожалению, под конец сам падаю в воду. И тут единственный шанс вот на эту лестницу. Так, так, поднимаюсь. Тут выход, 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 выход. Вода, 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 нет! Да! Первое место, единственный прошел. Все благодаря тому челу, вы понимаете, тому челу панде. Все благодаря ему. Потому что он нажал первую кнопку, я нажал вторую кнопку, и он... Увидел, что я нажимал вторую кнопку, побежал и нажал третью кнопку, но, к сожалению, он уже не успел добежать. Чел-панда, если ты смотришь это видео, если смотришь это видео, то респект тебе. Вот таких вот тиммейтов, да, вот таких вот людей, как бы, в играх вот побольше бы, которые самоотверженно так вот бегут, нажимают на кнопки. Ну что ж, а на этом, в принципе, все, дорогие друзья. В этот раз никого из TeamSpeak, к сожалению, не брал, потому что что-то не заходит. Я вот зову всех TeamSpeak, начинаю всех снова звать, и мало заходит людей, если честно. О, мне кажется, надо стримы проводить, чтобы там люди сидели еще больше. Короче, все, будем возрождать потихонечку TeamSpeak. Я камешек за камешком буду его реанимировать. В крайнем случае, если что, может, перейдем в Discord. Потому что, я так понимаю, Discord тем более привычнее, всем он больше нравится. Вот, просто в Discord настроек меньше. Мне не нравится, что там меньше контроля, понимаете, над ситуацией. Вот, и там твой сервер могут снести, типа, вообще, типа, вот мой сервер TeamSpeak никто не может снести уже больше 10 лет. Вот, ну что ж, дорогие друзья, на этом, в принципе, все. С вами был Эдемастер. Заходите, играйте на Кристалликс. Новые игры, как видите, они у нас выходят постоянно. На прошлой неделе вышел вот Dungeons, да, вот на этой неделе уже выходит Food Escape, Аркад. Через неделю, может, что-то еще выйдет и так далее. Кристалликс, короче, делаем много контента, много всяких разных игр в Майнкрафте постоянно, специально для вас. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.